О, темнота. В темноте так интересное освещение. Ну все, почти задули. О, теперь воняет убираем. Свечками. Ну да, а что их есть? Не, не воняет, а пахнет. Ну пахнет парафином. Так, выбрасываем. Да что, они пригодятся на следующий раз. Они там 5 минут горели. Да ладно. Мне кажется, это что, лишнее потратить денег. Их да, такая куча, я их не выбрасываю. Их ну оставляю. Забирай. Ну, я могу взять. Смело использование свечки на кухне. Еще без мусора. Человек загадал. Понимаешь? Ну, ладно, загадал. Это его желание. А ты что, загадал? Нет. А я тоже никогда не могу сообразить. Когда... Какая разница? Я обычно просто задуваю, я никогда ничего не загадал. Mm. Ну, у меня как-то в голову ничего не приходит. Когда надо, так вообще пустота. Так, что, режем? Ну, давай. Ну, он красивый. Наверное, этот вот кусочек, это кокос. Так, ну давай, какой тебе? Мне так просто попробую. Да я не тебе, имениннику. Так именинник, это понятно. Тебе же... Нет, не надо такого. Ну, вообще, нарезка тортиков. Лишь бы не травануться. Ты говоришь, что-то какой-то срок очень большой. Ну да, большой. Подозрительно. Да ничего. Это значит вообще синтетика. Спорта. Да, это значит длинный состав. Зачем ты такие кови покупаешь длинный состав? Ну, я вообще не понимаю. Для, для любимого сына, чтобы отравить. Ой, начинается. Так длинный срок. Ну, представляешь, что там, значит, из чего он сделал? Ну, длинный состав, да. Ну, мне он понравился. Не знаю. Да нормально. Он казался вкусным. Наверное, усилители это вкуса применяют же. Применяют. Ты говоришь, состав. Состав длинный. Да, о, да, я маленький сучок отъем. Так, ложечку я тебе, да? Ну вот, какая-то вкусняшка. Похож на торт. На. Ну, это для торжественности. Торт нужен для торжественности. Угу. Без торта как-то не торжественно. Почти не уровень называется. Ну, сверху белковый крем, по крайней мере. Ну, вкусно вроде бы. Вроде бы вкусно. В общем,